Сегодня Всемирный день донора. Его проводят в день рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера. В 1930 году ему вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. В этом году отмечается 10-я годовщина Всемирного дня донора крови, и проходит она под лозунгом «Подарите жизнь, станьте донором крови». Сегодня в республике прошла донорская акция. Все желающие сдать кровь попали в праздничную атмосферу. Море шаров, приятная музыка и улыбки доноров. Чувашия присоединилась к 4-й всероссийской информационной акции «Спасибо, донор», которая проходит с 10 по 16 июня. Естественно, донором может быть не каждый. Считается, что донор – это здоровый человек от 18 до 60 лет. Перед сдачей крови встреча с терапевтом, равно как и анализы крови для донора, обязательны и бесплатны. По словам врачей, доноры живут в среднем на 5-7 лет дольше, чем те, кто не сдает кровь и менее подвержены инфекционным заболеваниям. Напомню, в канун майских праздников был издан приказ, который возвращает денежные компенсации за сданную кровь. Эксперимент с бесплатным донорством не совсем удался. С 21 января, когда вступил в действие закон о бесплатном донорстве, с дефицитом крови столкнулись больницы по всей России. Сейчас человеку, сдавшему кровь, достаточно написать заявление и получить причитающиеся деньги вместо восстанавливающего силы обеда. Цена за 100 мл донорской крови – это 5% от прожиточного минимума в регионе.